Далеко еще? Да пойдите. Почти прибыли. Прости, что ларец увели. Это не твоя вина. Это все Домингеса-то, Тринити. Всю мою жизнь, с самого детства, все беды от них. У меня могла быть семья. Все могло быть по-другому. Мы найдем ларец и остановим Домингеса. Мы пришли. Лара! Где Деларец? Он у Амару. Смерть солнца все ближе и ближе. Мы вернем его до завершения ритуала. Это будет трудно. Придется поменять план. Прошу, подготовься как следует. Мы разведаем и соберем бойцов. Спасибо. Я останусь тут и помогу Учу. Если понадоблюсь, зови. Хорошо. Как идет составление плана, Эцли? Есть варианты. Учу. Армия Кукулькана отправится к Великому Каменному мосту прямиком к пирамиде. Броситься к ним – лучший вариант, чтобы начать схватку. Но вряд ли мы выстоим. Если пойти так, это будет безопаснее. Но придется точно рассчитать время, иначе они ускользнут. А если совместить? Мы пойдем в лобовую, а я зайду с другой стороны и буду стрелять. Им конец. Риски всегда, но, полагаю, это лучший вариант. Хорошо. Тогда отдавай приказ. Собирай людей. Идем. Пора прощаться. Тебе в ту сторону. Лара. Это на удачу. Возьми. Эцли, не надо. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь тень. Спасибо. Будь осторожен. И ты, птенчик. Thank you.
Черт! Они взорвали мост. Поищем другой путь. Так, видишь красный дым? Да. Я пойду посмотрю, что там. Унурату сказала, что алый огонь — ее судьба. Хорошо, не задерживайся. Штаб, это кардинал 2. Мост ликвидирован. Нет! Хорошо. Командиры, свяжитесь с наземной поддержкой. Кардинал 2, ведите их. Вас понял. Помните, любой недочет в построении — это шанс для противника. Это кардинал 8. Вижу противника. Меняю курс на 1.05. Еще вертолет. Яши, Тринити их отстреливает. Источник дыма. Совсем рядом. Когда от алого огня пойдет дым, ищи свое зеркало. Это судьба Унурату. Ты алый огонь. Кажется, мы должны объединиться и одолеть Кукулькана. Thank you.
Они со мной. Что? Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Командир, мы видели Кро. Она с Яшилем. Чего? Не отвлекайтесь. Убейте ее. Силу! Они с тобой? Я по праву завершу ритуал. Они не правы. Не правы! Ложь! Он принадлежит им. Отдай ларец. Нет, нет, никогда. Я защищу Пайтити. Мы все вершим свою судьбу. Не только ты, все мы вместе. Упрямство до конца. Думаешь, да?
один-один. Меня окружили, патронов больше. Нет, пожалуйста, нет! Иду за Домингесом останавливать обряд. Будем сдерживать остальных сколько сможем. Померкнет солнце, и да сотрет тьма мир, что мы знали ранее. Да растают тени, и да воссияет вновь солнце над созданным нами миром. Сила Кукулькана. Свет снова озарит все, что мы создали сами.
колючей концили. Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу. Руки Канкин! Убавах пеньо, хелюльчайте чоцилил кукулькан. Помните, что на кону. Мы можем выиграть. Уничтожь того, кто захочет уничтожить твою власть. Мешает мне изменить мир. Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу. Выстрелить в бога?
Ма-Алом. Блохен. Умов-Кап, Джентльс, Шотопом! Можете замереть на секунду? А, да, королева. Один. Можно мне глянуть? Конечно. Вот ты, и я, и папа. А где мы? На Гавайях. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла.
Будь у тебя эта сила, что бы ты сделала? Моя храбрая дочка, которая не ожидает нападения Ягуара! Где же пройдет наше следующее приключение? Я слышал, в Антарктиде в это время очень славно. Па! Нет, тогда, может быть, солончаки Юты? Ну, Ричард. Я знаю, куда мы поедем. Куда? На Гавайи. А, да, хорошее предложение. В таком случае... Прощай, мама. ...помочь мне с исследованием подготовки к походу. Нет. Ты мой научный ассистент. Ах да, вы правы. Виноват, мэм. Что-то я заговорился. Я требую отвезти меня в музей. Ну, это можно устроить. И купим новый блокнот, чтобы все зарисовать. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня. И не даст нарушить обет. Я люблю наш мир, он не идеален, но... Все, что я люблю сейчас, его часть. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Спасибо, идите. Прошу. Прошу, Лара. Обещаю. Нурату, мать, воин, мятежник, царица. Ее будут почитать веками. Мне грустно. Теперь... Мы объединим Пайтити, как она мечтала. Спасибо. Завтра я возвращаюсь в Кувак-Яку. Правда? Снова в джунгли? Искать мифическое рыбное дерево? А, мы с Эбби отправимся на побережье. Я рада. Ну, а ты? Я подумываю здесь задержаться. А тут еще остались артефакты?
Так чем займешься? Не знаю. Эцли мне поможет. Он расскажет, как отстроить, пойти идти заново. Ага. Надоело искать. Хочу быть рядом с живыми. Хорошо. А тебе не нужно вещи собирать? Не, до завтра от меня не отделаешься. Оставайся у нас сколько захочешь, Лара. Удачи, Иона. Может, когда-нибудь я присоединюсь к вам и увижу мир за пределами Пайтити. Если что, только скажи. Ты тоже учу? Если захочет. Иона, Лара говорит, у тебя есть девушка? Мы придем на свадьбу. Стой, что? Эцли, покажешь мне чертежи нового храма? Да, он будет прекрасен. Я ошибалась. Я думала, что должна совершить что-то выдающееся, чтобы моя жизнь снова стала моей. Думала, что должна все исправить. Но тайны мира нужно хранить, а не разгадывать. Я всего лишь одна из многих защитников. Я не знаю, что уготовано мне в будущем, но не могу дождаться своего следующего приключения. Я постараюсь не относиться к себе слишком серьезно. Чаю, мисс Крофт? С радостью. А сейчас я просто рада быть дома. As long as we fight it together, we can.
disaster.